В поселке Развилка в очередной раз проходила уборка общественных мест в рамках апрельских субботников. Усилиями работников управляющей компании, активных жителей, сотрудников администрации и совета депутатов территория поселка заметно преображается. Очень хорошее начинание, очень хорошее. Во-первых, в плане порядка. Во-вторых, сплачивает коллектив, людей. Как-то, понимаете, все это весело, дружно. Ну, люди общаются, уже такая неформальная обстановка. И труд, и дружба. Глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина выходит на каждый субботник. По ее словам, участникам большой уборки удалось привести в порядок несколько социальных объектов. Уже убрано у нас много территорий. Это и территории досуговых центров, это детские площадки, спортивные площадки, скверы. Одно из любимых мест отдыха – набережная. Здесь также шла работа. Даже плохая погода не стала для участников субботника препятствием к плодотворной уборке. Мы уже убрали свои дома, у нас 7 домов, вот они, 43-й, 45-й, 48-й. И планы у нас как бы вот пришкольную территорию убрать. 20 апреля состоится областной субботник. У каждого, кто любит свой город или поселок, есть возможность включиться в это доброе дело. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.